Тщательное продумывание ходов, а еще быстрота реакции и способность находить нестандартные решения. Шашисты со всей страны встретились в селе Покровское, чтобы сразиться на традиционных ежегодных всероссийских соревнованиях «Чудо-шашки». Здесь сейчас 4 знаковых мероприятия, очень важных, всероссийских. Самое первое мероприятие – это наши любимые «Чудо-шашки». Присутствует больше 30 регионов и, соответственно, больше там 150 детей. Здесь играют не только ребята из общеобразовательных учреждений, но и участники из мужских и женских команд. Всероссийский отборочный турнир перед чемпионатом мира. Вот, очень важный, очень знаковый турнир. И 2 соревнования всероссийские – это 100-клетки и 64. Тоже здесь присутствуют спортсмены. Поддержать участников приехали и активисты местного отделения «Единой России». Мы рады, что они к нам приехали, и гордимся, что Щелково пока лидирует. Одинцовцы тоже тут немножечко как-то вот стараются. Но самое главное, должна победить дружба. Поэтому всех приветствуем на нашем турнире по шашкам. Андрей приехал на соревнования по шашкам из Щелково. Сначала играл в своем регионе с самыми сильными противниками из «Электростали» и «Ступино». Ну, в целом, я первый раз вышел на всероссийские соревнования, но в 2019 году до пандемии наша команда вышла и заняла 4-е место. Всего на площадке в Покровском сошлись более 300 спортсменов. Каждый участник смог показать свой профессиональный уровень и побороться за победу. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».